Добрый день, уважаемые пациенты. Сегодня мы проводим иглоукалывание. Уважаемый пациент, расскажите, что у вас болело, что прошло? У меня болел поясничный отдел. Благодаря нашему костоправу он мне поправил позвоночник. Ну и с правой стороны мышцу подтягивала. Вот, решили заняться иглоукалыванием. Ну, вы уже не первый раз на иглоукалывание, какие результаты? Второй раз. Все хорошо. Все помогло намного лучше. Движение стоит раньше. Как бы с трудом давалась прогулка. Быстро уставала спина. То сейчас вот буквально позавчера целый день гуляли. Ездили в лагопарк с внучками, гуляли целый день. Ну, усталости вообще не чувствовал. Намного лучше. Отлично. А сейчас какие проблемы еще остались? Ну, еще по вашему мнению. Ну, немножко. Еще так легкая такая боль была в поясничном отделе. Но тоже так с утра, пока проснешься, пока расходишься, расшевелишься, еще присутствовала небольшая боль. Ну а так все отлично. Ну да, поэтому мы рекомендуем делать иглоукалывание не один раз курсом, чтобы добиться более качественного результата, потому что ну, все излечить сразу не получается. Мы расслабляем. В тот раз мы расслабляли больше на крестец. Сейчас мы разгружаем трапециевидные мышцы, лестничные. Вот напряжено. Ждем вас на курс. С вами была Наталья Борисовна.